Доброе утро! Мы сегодня угадайте, куда идем мы. Потом скажем, когда мы придем туда, куда хотели. Всей нашей дружной семьей. Идем на море. Как круто, слава богу, мне приснилось. Я когда гадала картами, то когда у меня выпало везение. Когда мне приснилось, я была на море, то мы идем на море. И бабуля была в шоке дома, когда мне приснилось, и мы идем на море. Ой, она даже не знала. Шоки все! Такой блестящий пол был, даже я думала, что это вода была, но Ашкым с нами, мы все в шоке. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И смотрите много-много до конца. Смотрите, как они бросаются песком. Море сегодня какое теплое. Ну, немножко какая-то пена появилась сейчас, но уже половина десятого. Мы долго купались очень. Море песком намазалась грязью. Скраб делает, я ее научила. А мы с Ашкемом пьем кофе. Он сегодня с нами. Здесь пляж хороший, чистый. Не так переполнено, смотрите. Лежаки бесплатные, душ только платный. Собачка возле нас кушает. В общем, все нормально. Всем довольны. Всем привет, Ашкем пришел из магазина, и сейчас буду я развивать. То есть, да, раскладывать. У нас сегодня Ашкем купил губку. Спанч Боб. Спанч Боб. Губку. Яички. Яйца. Яйца 30. Вот такие макарончики. Марь. Марь, попробуй, какой вкусный арбуз. Специально для нас, для троих. Сахар. О, это соль. Это не соль, это сахар. Сейчас посмотрим, что здесь написано. Бабуля, а это соль? Да, это соль. Бери грязные бутылки. Бабуля, это соль? Это соль, да. А Марь говорила, это сахар. Соль. Сколько здесь грамм? Сейчас посмотрим. 1 литр. Конечно. Такие. Макарончики вот такие вот. Специально для каши. У нас 2 макарончика. Вот такая огромная колбаса. Это произошло нечаянно, я не хотела, простите. Молоко вот такое вот. Суп. И вот такие макароны и спагетти. Спагетти это называется. И всем пока. Доброе утро всем. С утра у меня хаос. Хаос на кухне. Внучка попросила блины, и вот я решила встать раньше, сделать йогу и жарить. Конечно, сразу на 2 сковородках, мой муж уже ждет, детки тоже. Будем завтракать, а вам желаем прекрасного настроения вместе с нами. Всем доброе утро еще раз. Как начинается мое утро? Да.
Принцессу. Кушай, беззубая. Зубов не трудно. Вон Деми молодец. Суджук поели. Мари доедает. И сейчас все кушают. Ой, жарко, друзья мои. Всем добрый вечер, мои дорогие друзья. Утро у меня началось с блинов, а прошел он непонятно как. И о чем бы я хотела с вами поделиться. Тема незваных родственников, да? Тема незваных родственников вдруг меня постигла тоже. После того, как я накормила свою семью, позвонила моя старшая заловка моему мужу и сказала, что родственники приехали с другого города. И они вроде бы пришли сюда в аквапарк. Мой муж спустился, их отвел. Я когда их увидела, обрадовалась. Обрадовалась чему? Ну, то, что они пошли в аквапарк. Как вы знаете, со старшей заловкой мы не общаемся. Из-за причины нашего необщения, хотя я пыталась, сделала очень много шагов. Когда она приходила, я ее все облизывала, целовала, обнимала. И в итоге я узнала очень плохую информацию обо мне от нее. И прежде всего это то, что я не той веры, как она. И еще кое-какие неприятные течения от нее были, исходили действия. И, естественно, я подостыла уже, и, наверное, разум пришел ко мне. Кто меня не хочет, того я тоже не хочу. Так вот, Деми, открой, пожалуйста, двери. И так получилось, что и те родственники, которые приезжают из другого города, тоже немножко, они меня удивили своим поведением, и мой муж о них тоже как-то отзывался нелестно. Как-то все пытаются его использовать. И, естественно, я поддержала мужа. И там, ну, пошли они в аквапарк, и все. И вдруг он возвращается домой с женой этого родственника, с моей заловкой. И она, как ни в чем не бывало, даже не поцеловала меня, и все. Принесла там 3 кабачка мне. Я сейчас не то что жалуюсь, просто говорю, как есть. Принесла какую-то передачу от родителей в деревне. Просто смешно было это столько. И все. И сели, я их напоила кофе, но там включили кондиционер, у Деми опять ушко болит, у Мари конъюнктивит, мы сидим дома, я вся такая взмокшая. Я приготовила борщ, и она зашла и говорит, а что ты делаешь, борщ? Я говорю, да, они страшно не любят этот борщ, не понимают его вкуса. И я так поняла, она, что что-то будет у меня сегодня, будет... Это не закончится тем, что они просто пошли в аквапарк. Но так как я любящая жена своего мужа, я думаю, поддержу, и мы как-то гостеприимство у нас не отнять, и мы продолжили улыбаться, несмотря на то, что у нас внутри творится, принимать все с благодарностью. И тут сейчас не знаем. Только что он их проводил, и посмотрим, как и что. Вот они сидели очень долго. Дети у меня, слава богу, хорошо себя вели. Я за это время убрала всю квартиру. Она то на одном балконе сидела, то на втором балконе. Она ни о чем со мной не разговаривала. Только на кухне как-то сталкивались, и все. То есть она не спросила ни про детей, ничего. Вот какая-то сама по себе. Но действительно любит меня за то, что я христианка. Не любит меня. Ну, Бог ей в помощь, и закончилось тем, что я приготовила суп такой из чечевицы, потому что она спрашивала, где здесь можно купить. А мой муж в итоге пошел тоже с ним в аквапарк с ними. Она ушла, и опять она вернулась, и мы вот так вот, каждый на своей территории провел время, и все. И мой муж пошел купил у Касаба фарш. Светлана приготовила, и она мне тоже помогала на лохмаджон начинку. Мы отдали, ждали, и вот мы покушали все. Детей покормила борщом раньше, они не сели еще. Сейчас буду кормить их. Мы так посидели, но гости пришли, душ приняли. Тоже какие-то несговорчивые. Вы знаете, какие родственники они? Я их каждый год принимала, накрывала столы и все, но какой-то отдачи от них
не чувствовала, и мои родственники тоже от них отзывались нелестно. То есть они любят, как сказать, за чужой счет поживиться, да? Но это мне все не нравится, естественно. Но мы проявили свое гостеприимство, все им накрыли, чаем напоили, искупали. Сидеть с ними я не могла, так как я только села кушать, с ними села пообедать, и тут выбежала, тут Эми с Ирмой дерутся. То есть я была постоянно с детьми, детей не пускала туда, там холодно от кондиционера. Я, естественно, была наружу, то занималась с одним, то с другим, то с третьим. Вот так у меня прошел день. И они, то у меня по бизнесу звонки, я же работаю. И все. И вот они ушли, спасибо сказали, и все. Какие-то странные у нас гости были сегодня. Сейчас с мужем будем обсуждать эту тему. В принципе, что были-были. Он там сам не понимает их. Не понимает то, что они знали, что у меня трое внуков. Могли бы хотя бы по одному мороженому прикупить. Но они считают нужным. Но они считают нужным то, что мы должны их встречать и тому подобное. Вот такие бывают турецкие родственники некоторые. Но мой муж единственный не такой и думает по-другому. Он никогда не пойдет в дом с пустыми руками. И я горжусь, что у меня такой муж. Пойду с ним сплетничать. Всем привет. Маруся чем занимается, моя Мари? Бесплатная. Такие девочки, смотрите, у меня эта сидит такая. Эта сидит такая на пороге. Жарко нам, так жарко. Демушка у нас, расскажи, заболел, температура. Заболел, температура у него, еще ушко болит. Да. Он там спит, а бабуля вся тоже с утра с ним. Вся в делах. Смотрите, сколько лекарства купила бабуля. Я там туда нет. Ты целый день в делах. Огурцы, помидоры. Дай. Дети просят картофель. Сейчас больше ничего не хотят от такой жары. Ой, мои девочки, идут гулять. Дымушка больной дома, а они у нас идут гулять, мои красавицы. Что заболело у нее? Что? Что? Скажи. А это не секрет. Ну все, пока-пока, гуляйте. С Богом. Только осторожно. Не прыгать в лифте, я смотрю. Я хотела вот так делать. Хрустики получились? Хрустики? Ага. Нам нравится? Кстати, Мария это сама приготовила тесто вчера, пока я работала, 36 часов. Она на кухне возилась, тесто сделала. Вот такие хрустики у нас получились. А с луком надо, с лучком еще. Это вкусно. А Шкем пришел сытый, у друга покушал. Сделали они там пикник. Ну что, Деми, не нравится тебе или чего? Горячий? Нравится, он горячий. Это мой секрет. Все, пошла я тоже кушать. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.